чтобы я не отвлекался. Ну и теперь уже к самому приятному, да, без помощи юристов не обойтись, кто-то сказал. Мы уже 17-й поток у нас антикризисное предложение вот делаем. В этом году мы делаем антикризисное предложение второй раз, потому что у нас цены были несколько иные. Вы видите страничку нашего вот, ну, приглашения на тренинг, где видите такой момент. Основной блок тренинга, ускоренное прохождение, это присутствие на занятиях, получение их записи, обратная связь, проверка домашних заданий по электронной почте, 3 занятия для группы старт и 5 занятий для группы gold. Значит, в общей сложности вы видите, да, вот комплект курсов, потом мы делаем дополнительно индивидуальные консультации в скайпе, консультации по электронной почте, делаем правовой анализ ваших кредитных долгов и выстраиваем именно цепочку, как необходимо все-таки выходить из долговой зависимости, как действовать именно индивидуально в отношении ваших долгов. Ну и школа представителей, то, потому что мы заинтересованы в том, чтобы в регионах действительно мы представляли, мы хотели бы, чтобы оказать как можно больше полезного нашим гражданам, да, по всей России. Поэтому вот я думаю, что домашнее задание, а домашнее задание — это значит, что вы, послушав, допустим, занятия, да, вы получаете домашнее задание, по которому вы просто-напросто, ну, как бы практикуетесь. То, что вам необходимо именно знать и делать по вашему конкретно долгу, вот, или долгам. Я сейчас еще раз постараюсь скинуть эти ссылочки на наши именно странички. Посмотрите. Значит, смотрите. Вот я даю там бонусную скидку, которая по старту 25%, да, и по голду минус 1000. То есть итого у нас старт получается 1500, а голд у нас 5000. Именно такой момент, где, ну, я могу сказать, что больше, чем доступно. Теперь что? Что-то тут слайд не понял. Все вместе. Значит, уникальность у нас нашего тренинга. Вот у нас, по-моему, там 2 было участника в последнем нашем тренинге, где у нас просто пришли из других, уже где-то проучившись, пришли к нам, и у них было как бы сравнение именно то, что на предыдущем тренинге у какого-то автора, я уж не буду вдаваться в подробности, где люди заплатили там по 15 тысяч, да, и только лишь одна вода была. Вот в нашем тренинге, ну, как я уже говорил, что уникальность именно в том, то мы здесь, получается, что как 3 в одном, да, вот 3 в одном флаконе. Это у нас и теоретическая часть, практическая часть, это у нас и консультации, и то, что мы изготавливаем вместе документы. Человек уже готов к тому, чтобы идти на судебный процесс и на другие стадии. Четкое понимание и план действий по каждому участнику, и как никто это может сказать, именно те, кто прошел это, а именно те люди, которые вот отзыв у нас прошедшего тренинга, вот только что прошел у нас в феврале, вот Галина Гольман, допустим, пишет, да, прежде всего мне понравилось, что дано очень много информации за небольшие деньги, и это очень приятно и радостно. Вы хотите нам помочь людям, оказавшимся в печальном положении, а не заработать на нас. Ну и, конечно, немало времени требуется, чтобы данный материал весь проработать. С одним вроде бы разобрался, пока изучаешь новый материал, что-то выпускаешь из старого.
Хотя вы нам и давали много времени, чтобы проработать пройденное домашнее задание. Искренне и большое спасибо вашему центру за такую неоценимую помощь. Жалко, что дальше будет сложнее намного, чем сейчас, а вас не будет. Нет, но мы будем всегда, и мы, в принципе, руку помощи всегда протягиваем. Вот Ирина Ивахненко, допустим, она написала: понравилось в тренинге дружелюбная, позитивная атмосфера в течение всех занятий. Мне он помог определиться в основной стратегии по управлению моей проблемной задолженностью. Вы можете просто, сейчас я чат немножко тогда отключу, чтобы у нас, так, да, заблокировать, чтобы ссылки не уходили. Я ссылочки просто сейчас еще раз повторю. А? Значит, вот эти ссылочки, которые вы получаете, у вас есть возможность вот просто-напросто в течение 3 дней они у нас действуют. Потом эти скидки уйдут. То есть все. Уйдут каким образом? Вы просто-напросто даже регистрируйтесь, просто вот регистрируйтесь на тот или иной вебинар, ой, на тренинг, на тот пакет, который вам понравился. И потом в течение там до конца, допустим, пятницы, да, вы можете проплатить спокойно, не спеша. Причем я предоставляю такую возможность, как и, ну, даже вплоть до того, чтобы, что даю возможность в рассрочку, да, вот у нас по голду, допустим, предлагается рассрочка. То есть первый платеж делается, второй платеж делается, допустим, через неделю. Уже человек понимает о том, что это ему нужно, это действительно интересно для него. Не то, что познавательно, а то, что это просто необходимо. Вот эта скидка до 25% в течение 3 дней. Ну вот возможная рассрочка, да. Классно, когда мы учим, а вы платите уже потом. Ну и железная гарантия. Вот после первого занятия, если вам не понравилось, и вы понимаете о том, что вы пришли не туда, вы просто пишите с просьбой вернуть деньги. Я вам возвращаю без всякого вопроса, почему, зачем, от чего у вас такое, ну, как бы, отношение к тренингу. Просто возвращаю все. И мы на этом, как бы, забываем, да? Не вопрос. И что интересно, вот могу сказать так. Уже люди, которые просто-напросто побыв на наших тренингах, они являются в большинстве своем экспертами. Вот именно эксперты мы и ставим такой, ну, как бы, момент на тех, кто у нас уже обучился, с кем мы будем уже в дальнейшем работать. Вот где-то я недавно смотрел зазыв такой на тренинг, где за 30% погасить свой кредитный долг, да, по части того, что потребительское общество там выпускает векселя, этими векселями вы можете загасить свой долг, этот вексель. И школа представителей. Вот я посмотрел, просто удивился, что просто даже, чтобы вы проталкивали идеи вот этого потребительского общества, еще, ну, под вопросом, да, насколько оно осуществимо будет. Потому что я все вот моменты в части того, что насколько тот или иной метод хорош, я смотрю по решениям судов. Вот если вы мне покажете решение суда, где ваш метод применим, и он действительно получил должное внимание там, или практическую применимость, вот просто применимость, то решение суда. Если его, этих решений нет, это все туфта, это просто воздух, который пытаются заполнить окружающим, втюхивать, ну, как, я не знаю, по ушам протереть. И за обучение, вот для того, чтобы вы проталкивали эти идеи, там от 19 тысяч и выше стоит это обучение, то есть школа. Я не знаю, как это так можно. У нас, вот смотрите,
Получается, и школа представителей, да, то есть мы, в принципе, как бы людей учим, что необходимо делать, да, вот и эти все моменты, связанные, допустим, с той же рекламой, с той же, с тем же документооборотом, с тем же поведенческим фактором того или иного клиента, как необходимо вскрыть потребности и удовлетворить их, да, вот что необходимо предлагать. Ну, то есть, это все у нас умещается в 5000, вы представляете? Мне просто вот даже задают некоторые инфобизнесмены, а что ты так вот, типа вот опустился до таких цифр? То у тебя что, тренинг плохой, курс недостаточный или еще что-то такое? Я не знаю, вот, друзья мои, сейчас я дам слово. Вот, кстати, отзывы, да, вот тут у меня в том же ВКонтакте, в группе, вот Татьяна Кузьмина вот поблагодарила за мини-курс и сказала хорошие слова, да. Я могу вам что, с полной уверенностью сказать, что курс у нас очень хороший, курс у нас продуманный. И, ну, сколько мы уже его, 2-3 года уже, да, вот его мы проводим, данный вот тренинг, он у нас все усовершенствуется, все лучше становится, и наши, допустим, те же выпускники, они уже вот присылают хорошие отзывы такие, и очень благодарны за то, что они прошли наш курс, да, и много-много преуспели. Они расстались там уже с долгами и уже нормально, свободно живут. Это очень приятно. А то, что такой недорогой, потому что я не могу назвать дешевый, потому что дешевый сразу ассоциируется с плохой, с плохим. Да? То есть, вот если дешевый товар, значит он плохой товар. Вот недорогой курс только для того, чтобы именно в антикризисное предложение. То есть, в такое трудное время вот человеку предлагать за баснословные деньги, ну, у меня просто не поднимется рука. Хотя, конечно, упаковку можно сделать гораздо лучше. Страницу, ту, которую вы видите, да, вот, Dualcraft Masterclass, она может быть гораздо лучше. Отзывов я туда бы натыкал очень много. Видео предоставил очень много. И в итоге просто-напросто затащил бы под большие деньги. Но я этого не хочу делать. Не хочу только потому, что у меня просто, ну как бы, есть свое понятие, да, вот свои принципы жизненные. Я не хочу их просто переступать, друзья. Поэтому, а сейчас я дам вот, просто Наталья уже сказала, она увидела здесь Елену Гаврилину, да, вот ту у нас участницу, которая закончила, и она, в принципе, сейчас вам скажет то, что у ней есть. Так, Елена, пожалуйста, попробуй. Слышно, слышно? Вас слышно? Говорите, Елена. Слышно? Да, 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 слышно. Слышно. Так, ну что я хотела сказать. По поводу тренинга скажу вкратце. Действительно, вот эти тренинги, они помогают научиться правильно и грамотно отстаивать свои права. К сожалению, у нас часто люди боятся бороться с системой, то есть отстаивать свои права. И это, ну, часто опускают руки, скажем так. И когда человек уверен в себе, он начинает идти по направлению, а учитывая, что вы пошагово ведете каждого заемщика практически, да, то есть помогаете ему в конкретной ситуации, я считаю, эти тренинги, они необходимы. Потому что они дают очень много и с правовой точки зрения, и в психологическом плане. Я очень довольна, что ходила на ваши занятия. И сейчас много обращаются людей, естественно, кому я помогаю, кому могу помочь, кому-то, может быть, не совсем. Но факт то, что на данный момент я чувствую себя совершенно спокойно, мои проблемы разрешились. Приставы меня не трогают, банки уже тоже, в общем-то.
отстали. Вот, поэтому, учитывая наше государство, оно не дает нам просто зарабатывать и платить по долгам. Поэтому я всегда говорю, извините, государство нас не любит. Поэтому свои права мы должны отстаивать сами. Только сами. И хотел бы порекомендовать всем заняться именно своими проблемами и своим решением. Ну, в общем-то, у меня просто все, наверное.